Который платил всего лишь 6% налогов в бюджет государства. Почему мы, рабочие, должны платить по 13%? Предоставляется Анастасия Цехмистренко, секретарю Тульского областного комитета комсомола СКМРФ. Мы, участники митинга, со всей ответственностью заявляем, что 7 ноября остается величайшим праздничным днем народов России, когда Великая Октябрьская социалистическая революция открыла перед нами права на труд, мир. Митинг, посвященный 89-й годовщине Великого Октября, объявляется закрытым. Нет, только так. А как?